дядечка Кавур, статуя, где я раньше оставлял свой велосипед. Доброе утро, друзья. У нас нынче в Италии снова солнечная погода. Вот были какие-то точки, сейчас они разгоняются, солнце выходит. Ну и отлично. Ну давай, меняйся на зеленый цвет светофор. Вот мне нравится вот эта аллея круговая. Листья уже желтеют потихонечку, но так уже октябрь. Здесь, конечно, нет солнца, здесь сплошная омбра. Сплошной тенек, вспомнила слово. Мы купили ковер. Так, а вот и я, друзья, чао-чао. Вчера, в общем, когда мы были в Обе, когда мы заказали шкаф и оплатили предоплату, я сразу присмотрела один ковер, потому что я уже давно хотела поменять ковер в Никитиной комнате. И, в общем, купили ковер. Пока он еще завернут, я вам еще не показывала его. А сейчас мы едем в наш бывший район. Там у нас в гараже есть старые пылесосы. Ну, не как старые. Пылесосы, которыми не пользовались. Вот, оставили там. Потому что мы купили беспроводной пылесос. Он у нас грохнулся. В общем, мы его выбросили уже. Вот. И, в общем, едем брать уже нормальный пылесос со шнуром. Мне надо будет пропылесосить сегодня старый ковер Никитин и свернуть его, убрать. В общем, помою сразу полы там в комнате у него и уже постелим новый ковер. Очень красивый, хороший, по хорошей цене, неплохой. Так что потом обязательно вам покажу. Повернула камеру, потому что у меня уже рука болит держать. А в машине палкой селфи очень неудобно пользоваться. Это такой парк. Проезжаем. Вчера так отлично погуляли, посидели, выпили по коктейльчику с Катюшей, с ее подругой, в общем, с нашей компанией. Отлично провели душевное время. Так насмеялись, нашутились. Я аж прослезилась, как смеялась. В общем, супер. Такое ощущение, как будто я с Катюшей только вчера, буквально только недавно виделись в последний раз, а с другой стороны, как будто мы не виделись целую вечность, представляете, вот как-то, какое-то двоякое чувство, полтора месяца ее не было, и вот непонятно, вот такое ощущение, как будто буквально недавно виделись, а такое ощущение, как будто действительно долго не виделись, в общем, да. Супер, вчера отличный, попробовал вот этот новый коктейль, очень понравился, банановый. Классно. Все, забрали аж два пылесоса. Один, который чистит, пылесосит, а другой, который моющий пылесос. Так что теперь у меня... Потому что эти беспроводные, они, конечно, хорошие, что нет проводов, но неустойчивые, как говорит, постоянно. Вот у меня уже первый раз упало, Рину отремонтировала. Сейчас, когда второй раз упало, все, там уже ремонту не подлежал. Пипец. Короче, прям дребезги. Ну, ладненько. Как, может быть, что не делается к лучшему. Сейчас поедем. Копчина попьем и кое-какое дело нам надо сделать. Рина себе такой брешь взяла с крем. Я не взяла брешь, только капучино. Это пар мама и дочки, это семейно. Очень вкусно у них тут капучино, брешки всегда такие свеженькие, вкусные. Можно и апельсиновый сок свежий попить. Собака такая классная. Я уже думала, сестра Сэнди, Катюшины собаки, но морда это не сестра, это другая раса, другая порода собаки. Но расцветка, точно как собака из фильма «Риддик». Вот эта собака, какая прелесть. Да, ей летом, конечно, жарковато, зато зимой не холодно. Вчера вечером проезжали мимо этого фонтана, вот на круговом перекрестке. Он светился цветом красивым. Вот и сейчас до сих пор фонтан работает. Да, вот вчера мы там гуляли вечером. Ой, смотрите, какой дым, прям черный. Это же вокзал, скорее всего, там паровоз. Да, да, там паровоз, именно который это самое. Ага. Сейчас повернем. Фу, и воняет так, пуца. Это паровоз, который выбрасывает дым, вот как старые. Видите, смотрите, что там творится. Если вам видно, уже не видно. Офигеть, как воняет. Ой, точно он старый, какой-то старинный. Си, мама, раритет. Так, друзья, мы снова приехали в Оби. В общем, мы с Рину приняли решение купить, как это сказать, печку, ну, стуфа.
Будем цикатку мою русосту. В общем, которая на дровах и которая на углях. В общем, мы купим такую, которая на углях. Но не угли, а это самое, как по-другому называется в Италии. В общем, купим, чтобы установить в зал. Вот там, где окно. Чтобы хотя бы в зале выключить вот эту батарею, которая зал обогревает. Потому что все равно у нас зал большой. Вот, и надо, как говорится, гнать на мощность, на полную мощность эту батарею, чтобы хотя бы, как бы, экономить немножко, сделать небольшую экономию. Вот мы купим вот эту вот печку для зала именно. Будем покупать угли и вот обогревать зал, потому что мы там находимся большую часть времени обычно, чтобы хотя бы как-то делать экономию. Вот тут сколько много всяких печек, ну вот стуф. Вот мы и выбрали именно такую стуфу. Вот, мы сначала вчера увидели эту, нам понравилась, но она 699, ну будем считать, 700 евро стоит. А это 600 евро, на 100 евро дешевле. И такая же, как говорится, хорошая как раз нам для зала. И, в общем, не сильно, конечно, некрасивая, она нормально выглядит, хорошо. Именно бордовый цвет такой мне нравится. Вот, так что будет тепленько у нас в зале. И будем делать экономию. И эту стуфу, как говорится, можно будет, когда даже при переезде с собой брать. В общем, она всегда пригодится в жизни. Все, нам только что загрузили нашу стуфу. Едем домой. Вот там пылесосы, надо будет помыть их. Чудо наше, елки-палки, мама ми. Томас, кофточка такой прикольный. Ой, понравилась тебе коробка новая, а? Так, смотрите, Ирина сейчас только что вытащил, отсоединил от подножек, в общем, деревянных и сам установил. Вот на этом месте у нас будет стоять, как говорится, наша печка. Будет красиво и тепло. Мичу, ты пячи, а? Была гранде. Ой, какая большая коробка, какая большая квартира, а, Томас? Вот ему нравятся коробки. Вот, хочу еще раз похвастаться подарком Катюши. Вот она мне привезла не просто с Украины, она в Одессе покупала. Одесса это, как говорится, Одесса мама. Это недалеко, прямо от нашего города Тирасполь. Вот я в Одессе часто бывала, и вот она именно там купила вот эту вот, как говорится, не слагала воду. Спасибо большое, Катюша, мне очень нравится. Поставила эту керамическую галу на мой уголок. И вот, кстати, смотрите, что мне вчера Рину вырезал из дерева. Love Story Галинка. Потом мы придумаем еще сзади сделать то же самое, чуть-чуть побольше сердечко, чтобы прилепить. И я это установлю, наверное, сюда. Вот, или с другой стороны, как говорится, от полки. Здесь Галинка Катюшина, а здесь будет Галинка Рину. Вот так вот будет здесь мой уголок такой.